возможно, этот разговор как-то вместе с этой конференцией начнет разворот в повестке дня для российского общественного мнения, для независимых российских наблюдателей, независимых политиков, для которых, повторяю еще раз, вся эта тематика является абсолютно искусственной, абсолютно чудной. Очередной раз у нас правительство выступает в качестве главного европейца, берет на себя инициативу по той тематике, которая общественно вообще не видит не понимает. Когда вот сейчас я внимательно слушал выступление, я очень внимательно слышал то, что говорил господин Барат Жабдеев, президент Ассамблеи Всемирного форума по устойчивому развитию, он говорил о внешнем восприятии России. Прямо сейчас внутрироссийского восприятия. А он сказал очень, мне кажется, острые вещи о внешнем восприятии, сказав о том, что гугли по вопросу Соединенные Штаты и климатические изменения в мгновенно выйти 500 прекрасных новостей, а в запросе Россия и климат мгновенно выйти полсотни отвратительных новостей. В этом смысле, как внутри страны, общественность оторвалась от этой тематики и не понимает ее. Так и вне страны России воспринимается, ну, если не как страна-изгой, по крайней мере, как какая-то периферийная страна. Парадокс состоит в том, что это полностью не соответствует действительности. А сидящие здесь специалисты прекрасно знают, что, собственно, эти цифры получали здесь. Если сравнить динамику уровня СО2 за последние 25 лет в России и в Штатах, вообще разительную. Просительное отличие. При этом мы понимаем, что нас обвиняют в так называемом горячем воздухе 90-е годы. Ну, если даже взять цифры за последние 15 лет, они прозвучали здесь, Россия выглядит просто порядково более цивилизованно, чем Соединенные Штаты. В этой тематике.